И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Как я вам и обещал, это вторая часть из серии «Космические первопроходцы Марс». Для тех, кто не смотрел первую часть, ссылочка на видео будет в описании. Ну а перед началом данного видео я бы хотел поговорить о такой теме, как недавняя посадка на Марс космического аппарата, точнее даже ровера, под названием Perseverance. В переводе на русский – настойчивость. Марсоход, разработанный для исследования кратера Эзера на Марсе в рамках миссии NASA Mars 2020, который был запущен к Марсу 30 июля 2020, и посадка вот-вот была произведена 18 февраля. Я считаю, что это широкомасштабное событие в истории человечества. Perseverance имеет 7 научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Эзера. У него есть несколько камер для съемки, 2 микрофона для записи звука. Кстати, советую тебе досмотреть это видео до конца. Мы вскоре впервые с вами услышим звуки марсианской поверхности. Ну, если для тех, кто слышал, можете промотать дальше. Самое интересное, что также Perseverance укомплектован отдельным беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа Ingenuity, который должен помочь марсоходу обнаруживать новые локации для изучения. Миссия. Научные задачи этого марсохода. При разработке и утверждении миссии Mars 2020 были поставлены 4 научные задачи. Это первая – оценка жизнепригодности Марса, в том числе места условий, в которых может поддерживаться микробная жизнь. Второе – поиск биосигнатур, которые могут подтвердить существование микробной жизни на Марсе в прошлом. Третье – отбор, сбор и хранение проб камней почвы с марсианской поверхности. В последующем материалы должны доставить на Землю возвращаемые аппараты. Но это, скорее всего, не в ближайшем будущем. И четвертое – подготовка к высадке человека на Марсе, проведение тестов по производству кислорода из марсианской атмосферы. Самое главное, что миссия только началась, и я надеюсь, что не будет никаких-то глобальных, фатальных, чрезвычайных происшествий, связанных с марсоходом. Ну и, как я вам обещал, мы впервые сейчас услышим с вами звуки марсианской поверхности. Услышим звуки, возможно, ветра, я не знаю. Ну а потом мы закончим нашу вторую часть. Марс. Космические первопроходцы. Ну что же, всем приятного просмотра.